Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Продолжаем обзоры упаковок с чаем, которые я покупаю в магазинах своего города. Сегодня вот такая вот пачечка с чаем Себас Ти English Breakfast. Вот так вот выглядит эта пачка у нас. Вот 25 пакетиков по 1,5 грамма. Давайте откроем и посмотрим, какие же у нас тут пакетики внутри. Недорогой чай. Очень недорогой. Но, думаю, у него какие-нибудь интересные ярлычки должны быть. А, возможно, даже пакетики. О, да! Смотрите, дорогие друзья. Этот чай у нас в индивидуальных пакетиках. Вот таких. Rata Series Себас Ти Everyday. Вот такие вот пакетики. Давайте один мы откроем и посмотрим, какой же там внутри будет ярлычок. Вот такой вот у нас пакетик. И вот такой вот беленький, с обоих сторон одинаковый ярлычок. Ну, чай обычный абсолютно. И вот такой вот пакетик с таким ярлычком. Ну, думаю, замечательно. Очень я рад, что у нас оказались эти пакетики в индивидуальной упаковке, потому что их можно будет обменять в будущем. Вот, пакетики тоже хорошенькие достаточно. Так что все замечательно. Если кому-то понравилось, можете написать по поводу обмена или ищите в своих магазинах вот такой вот чай Себас Ти и приобретайте себе в коллекцию. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И до новых видео!